Всем привет! Вы слышите главного стратегического жеужика планеты Земля, Алексея Хамурапи-Халецкого, который ведет, ну, старается вести Вавилон к доминации на этой планете. Если вы случайно наткнулись на это видео, то, пожалуйста, переходите к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за поддержку, конечно же. Ну и напоминаю, что это уровень сложности божество, новый патч, новая цивилизация. Смотрим, как у нас тут получится доминировать. А вроде как получается, и план у нас довольно простой. Нам надо захватить Аксум, в котором есть нефть. Это позволит нам уже строить бипланы. Три биплана — это улучшенная авиация, алюминий у нас, слава богу, открыт есть. Кстати, я не посмотрел, то есть вот он на нашей территории, но я еще не посмотрел, есть ли где-нибудь рядом, потому что много алюминия не бывает. Возможно, где-нибудь еще он. Так, это на нашей территории, далеко, далеко. Булавайя. Ну, кстати, можно будет еще Булавайя, наверное, тогда захватить. Но в любом случае Аксум мы не можем захватить без бомбард. А бомбарды... Для бомбард нам нужна селитра. Но я бы ее сейчас не покупал. Я бы сначала как минимум штучки 3 катапульты построил. Потому что если мы купим селитру, нам придется уже строить сразу... Так, потому что, может, мы здесь будем еще катапульту до военной академии. Так. И тут катапульту, да? Вот вам три катапульты есть. Плюс еще немножко кавалерии поднасыпать. Но это максимально у нас как раз вот лошади можно будет использовать. Давайте здесь еще. Так. Ну, у нас еще карточка стоит на строительство кавалерии. Так. Здесь тоже. Кстати, вот... А, знаете, в чем прикол? Прикол в том, что в военном лагере автоматом строятся казармы, а не конюшни. В этом есть определенный минус. А казармы будут строиться, потому что там в описании написано, что самое дешевое здание. Казармы дешевле, чем... Ну, что поделать, ладно. Еще немножко кавалерии. Вот, к сожалению... Вот чем я не люблю еще локализации. Вот тут не пишется, например, когда закончится дружба. Хотя в английской версии это и написано. Мне бы поскорее. Я вот не помню вообще в упор, когда я с ним заключал дружбу. Так, ну сюда подводим потихоньку. Так, хорошо. Вырубили, ну надо алюминий обрабатывать. А, у нас тут есть. Сюда идем. Обрабатываем алюминий, парень. Алюминий самое главное для нас. Так, тут 2 заряда, тут 4. Ну, все равно в этот город пошли. Тут будем все делать. Ну-ка, с Гаргаму Колумбия объявил войну. Химика умирает. Слушайте, вот они всех героев поубивали и ни одного еще не возродили, обратите внимание. Ни один герой не возрожден. То есть нанимать героев они, видимо, умеют, а возрождать... С другой стороны, это 400 очков веры требуется. Ну, блин, я думаю, что там нормально веры капает. 60 вход, 100 вход, пожалуйста. Тем более, и вот еще 100 вход. Тем более, что как раз у Минелика, например, какой-то герой, по-моему, был. Нет, вру. Так, я вижу Америка, Англия, Шумеры и Корея. Вот у них сколько? Ну, Англия 60, можно накопить. Ну, шумеров маловато, и в Америке маловато. В Корее вообще 3, да. Эти, ладно, но
Минилик мог. Так, просвещение. Ускорили, СМИ ускорили. Радио открыли вообще. Что я тут изучаю? Я, по-моему, в наемники шел, а потом поставил меркантилизм, да. Просвещение мне вообще нафиг надо. Да. Все путем. Так, давайте вообще проверим. Нет, пускай на рост. Тем более сейчас акведук построить, у меня будет еще два жилья. Тут производство, рост, производство, рост, производство, рост, производство, рост. Еще дайте. Так, а вот тут, кстати, можно чисто на производство. Дайте еще проверим, что у меня ничего не залочено. Жители. Да, все вроде путем. О, через 10 ходов закончится. Да блин. Китай, уходи, ты мне тут мешаешь. Какого хрена с вами вообще рабочими сюда приперся? Да. Да, 10 ходов. У меня сколько? 6-7 очков, мне кажется, надо. Ну, должен, по идее, слушайте, должен набрать. Ну, не хватит спасения, с ними опять. Не-не-не. 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 Наемники. Так, ну, пока апгрейдить мне, наверное, нечего. Хотя вот в ресурсах... В ресурсах мне потом понадобится, когда я... Дайте, может, новых строителей два заряда уберем. Это, по-моему, больше нигде строителей уже не делаю. Понадобится, когда буду апать. Так, ну я канцелярию так еще не построил, только консульство. С консульством у нас вот тут работает. Мне тут есть что строить. Когда буду апгрейдить катапульты. Мне бы, кстати, караванчик в Аксум пустить еще. Ну, чтобы дорога была. Алюминий. А, ну да. Обработка алюминия открывает нанотехнологии. Как вам? То есть у меня уже... То есть, так, на минутку. Вавилон внезапно в 940 году нашей эры открыл нанотехнологии. Тупо потому, что построил алюминиевую шахту. Ну, она ж рядом все. 940 год. Тут ребята колупаются с пушками и кирасирами, а у нас уже нанотехнологии и даже подумывают о запуске колонии на Марсе. Уже пора. Нету, конечно, космопортов, ну, кого это... Не знаю, что такое ракетостроение, но Марс уже хотят колонизировать. Уже как-то вот тянет... К Марсу. Непреодолимое желание Вавилона улететь на Марс. Так. Да, вот это я бы вот это поменял, наверное, на макиавеллизм, чтобы или нет. Или вот торговую конфедерацию. Блин, ну нафига мне торговая конфедерация? Мне будет все равно 50% меньше давать науке. Жилье тоже не надо. Центр коммерции. Так, а на строительство катапульт нет, ничего такого нет. Ну давайте, наверное, блин. Давайте, наверное, вот макиавеллизм. Чтобы быстрее шпионы творили, тем более, что... Разведывательное управление я закончил. Так, кто тут у нас из моих соседей впереди? Вообще, а, это культура. Да, Сандок и Кри. Давайте второго к Кри отправим. Не понял. Я отправил?
А, вспомнил, к союзникам нельзя же. Но вот это не зря, видите, тут непонятно. Если ты этого не знаешь, то человек сидит и думает, боже, что такое происходит, почему не отправляется? Это в прошлом патче сделали, что к союзникам нельзя отправлять. Ну, вообще могли бы где-нибудь написать, прямо скажем. Нельзя отправить, потому что это ваш союзник. Ну, давайте в Чонджу тогда. Так, здесь лесопилочку. Здесь первый. А, класс, я ж форты не открыл. Да, вот это, конечно, все сложно. Ну, конечно, я не могу форты строить, пока не будет две бомбарды. А бомбарды я не могу строить, потому что... Ладно, постоим пока. Потому что нету... Вообще, что сюда? Уже надо, наверное, вести в сторону американца. Так, ну вот три катапульты я бы следующим ходом попытался у кого-нибудь купить. Или ты, я думаю, что там уже много у кого. Нет, блин, только у трех. Я боюсь, что не продадут. В чем дело? Я боюсь, что они не продадут. Потому что жадные. Жадные до селитры. Блин, а без селитры весь мой план коту под хвост. Я вообще могу где-нибудь все-таки так ее добыть? Но с другой стороны, подожди, мне не обязательно селитры. Я могу вот нефть, например... Блин, если бы еще какой-нибудь ГГшки было. Так, а что это он пошел мой Мехико захватывать? Ну, с такой армией он не захватит, правда. Театральная площадь, жилье с двумя и более районами. Нет, пожалуй, ничего из этого мне не надо. Пингалу не хочу. Рейну не хочу улучшать. Не хочу. Не буду. Ну, я могу, конечно, Мокшу взять. Это я тогда точно в золотой век выйду. Но мне кажется, 8 ходов. А, так я еще за районы же получаю бонусы. Я тут сейчас районов-то построю. Так. Производства нет. Дайте, наверное, мастерскую сначала, а потом акведук. Так, сделаем. Вот еще, видите, район достраиваю. Еще одну очку. Соответственно... Да, блин, я наберу очки. Еще великие люди, может, какие... Нет, великих людей вряд ли. Да, давайте, наверное, кого-нибудь апнем. Давайте, наверное, Магнуса до промышленника. Тем более, что у меня... Вот до кооперации пойдем. Потому что у нас уже куча промышленных зон стоит. Еще, может, встречу кого, знаете. Всякое бывает. Жалко. А, могу плавать? О, надо плыть, кстати. Так, 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 так. Шахту. Лесопилку. Так, вот сейчас попробовать, если я куплю селитру, то можно поставить карточку на уменьшение. Да. Восклицательный знак означает, что он не продает селитру. Ну, то есть можно даже не торговаться, он ни за какие ковришки. Да что ж такое? Как же так? Даже союзники. То есть вот серьезно, даже одну штучку ты не продашь вообще ни за что, да? Например, я тебе вот... Прям вот все отдаю. Да. Ну, то есть, видите, там даже нету варианта предложить. Блин, что же делать? Хотя 62 мощь, блин, понимаете, кавалерии город со стенами очень тяжело. Очень тяжело. Но с другой стороны, у него тут армия никакая.
Может, тогда больше кавалерии подделать? Ну, я в любом случае тут поставлю сейчас. Вот тут кавалерия делается. Дайте, наверное, кавалерию. А, мне одну штуку. Мне не хватает уже лошадей. И аэродром тогда. Аэродром, потом амфитеатр. Не знаю, правда, чем мне помогут там арбалеты. Это уже немного устаревшее все. Так, мастерская тут есть. Тут тоже можно аэродром. С другой стороны, нафига? Мне кажется, нафиг надо. А вот строителей я бы здесь построил пока. Потом можно фабрику. Мехико, кстати, тоже вполне мне подходит. Я тогда вот объединю свою империю. С другой стороны, мне бонусы хорошие дает на производство. Надо ли лишаться их? Давай, давай, принимаемся. Посольство. Я тоже, кстати, могу отправить посольство, но мне кажется, зря нету смысла тратить деньги на это дело. Но с другой стороны, тут фиг знает, когда дружба закончится с этим америкосом. Поэтому что спешить с селитрой? Может, как раз когда закончится дружба, кто-нибудь и продаст. Слушайте, ну... Я бы, честно говоря, вот прямо сейчас бы объявил войну американцу, потому что, ну, с такое количество кавалерии, 62, я могу Аксум взять вот эту армию всю уничтожить, я бы его забрал. Ну, блин, дружба. Кто же знал? Ну, я пока тырю деньги, потому что надо прокачать шпионов. Пока опасаюсь... Тут, кстати, вот так треугольничек ферм бы неплохо встал. Блин, 105, нет, не буду. Извините, это много. Блин, 38 селитры. Ну, ну что, ну не жадная подшварена. Я бы даже сказал, вычваренне. Ты сидишь с 38 селитрой такой. О, у меня сидит. Куда? Никуда ты ее не тратишь. Придурок. Тебе даже... Ему даже апгрейдить нечего. Вот одну катапульту в селитру. Все. У него больше даже юнитов нету для апгрейда. Ой, жадный какой. Вот посмотрите на это лицо. Давайте я покажу вам. Жалко, нельзя приблизить. Иудаизм у нас кто принял? Кри. А, сорян. Я так, все. Понял. Вопросов больше не имею. Все, я. Теперь мне все стало ясно. Так. Аэропорт, военная академия. Вышнуни, наверное, аэродром тоже не построю. Да, тут нету. Ну, я, конечно, мог бы вот эту равнину передать. Но что-то жалко. Может, вот эту равнину можно и шнуни вот сюда бы аэропорту я построил. Просто я бы тут все в лесопилкой бы сделал. Ладно, пока. Пока. Так, работаем.
у меня уже алюминий копится, это очень трындец, конечно. Ну вот селитра, блин, вот прям подойди, возьми ее у американца. Кстати, американец, он даже не накапливает ее. А нафига селитра нам? Когда дружба закончится? Я не хочу дружить с этим... О, уже 6. А, она уже требовала у меня, по-моему, 6 монет на 30 ходов. Ну давай, еще несколько раз попробую. 890 накопил. Вы помните, у нее было тоже там что-то 450, да? А это оказались сплошные дуболомы, когда она на меня нападала. Давай, еще больше. Ну тут видно, какая у нее армия. То есть вот этой армии не берется, опять же. 63-76. Никак. Все, я в героический век выхожу. Спасибо. Блин, ну... Не дадут проплыть, да, Лиссабон? А он куда-то до этого бегал? Видимо, в мои города бегал. Адис-Абеба. Ну, давайте в Адис-Абебу. Ко мне вообще... Ну, это, по-моему, нереально это самый выгодный по золоту путь. Ну и там, соответственно, да... Ко мне кто-нибудь отправляет. Шумер еще начал отправлять. Шумер, Корея и Колумбия. Кстати, а как у нас тут с войнами? Знаете, нет, с Зулусом не буду. Я там хочу город у него захватить. Нет, не буду. Это на 20 ходов. Нафиг надо. Он воюет с Кореей. Очень хорошо. Только я, у меня такое ощущение, что они на самом деле нифига не воюют. То есть они, конечно, в войне. Но как тут воевать, возможно, непонятно. И... Воюют с Америкой. Вот с ним, возможно, воюют. Да, только почему-то я вижу, как армия Америки идет на Мехико. Ну, ходила, во всяком случае. Дальше. Эфиоп. Ни с кем не воюет. Давайте, может, посольство поосновываем у моих союзников. Китайцы воюют с Колумбией. Вообще, они даже, по-моему, мир не заключали ни разу. Корея. Ну, с Гильгамешем. Надеюсь, что они там реально воюют. Гильгамеш только с Кореей. Алиенора с Колумбией тоже. Кстати, Колумбия. Да, с этими тремя. Но это похоже вот весь наш континент. Вот у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь нас. А нет, нас десять. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, ну и, собственно, в втором континенте 10. Вот вам и 20 цивилизаций. Я отсюда прям даже смогу сразу обстреливать, если апну. Так, стоим. Стоим. Строитель. Ну, я бы хотел уголь обработать, но что-то мне подсказывает, что он не скоро присоединится. Блин, как это меркантилизм? 7 ходов, как минимум. Не знаю, рис обрабатывать или мы тут аэродром сделаем. А, давайте вот этот скот, точно. А что там требовало 3 аэродрома? 2 аэродрома. Синтетические материалы.
Ну, кстати, радиогеотермальная электростанция имеет смысл, мне кажется. У меня, правда, только одна она, но это все равно прикольно. Я проверю на всякий пожарный, что одна. Ну, это далековато, это 4-й радиус. Мехико, возможно, можно забрать. Это далеко. Да, эти далеко. Мне кажется, надо еще один аэродром все-таки построить. И, наверное, в Эшнунне. Сколько у меня еще шпионов? Два. Мне бы, конечно, увеличивать количество шпионов потихоньку. Так, катапульты стоят тут. Теперь ты все еще не хочешь, да, продавать? О! Yes! Давай, сколько ты мне продаешь? Сколько у меня все вмещается? 35 у меня вмещается. Ну, давайте продолжим 30, да? 30. Что ты за это хочешь? Я даже, наверное, могу ему уголь предложить. Одиннадцать золота вход. Ну, наверное, теперь можно и дипломатические очки, да? Шесть золота вход. Что за совместная война? Сундук? Не. Ладно, давайте 20 очков и 2 золота. Да, нормально. И 20 угля, тем более, что он сейчас у меня практически не тратится. Да. Так, теперь, пока у нас все еще дружба с этим придурком. 2 хода до карточки на уменьшение трат. Так, продолжаем Магнуса. Увеличивает выработку энергии угольными, мазутными. Также они дают еще плюс 2 к производству. Отлично. Что я могу сказать? Сколько у меня в Рапикуме уже? 110 производства. Зашибись. Там бипланчик. А, тут, наверное, можно... Знаете что, в Рапикуме давайте сразу... А, нету в аэродроме. Блин, а где они будут для аэродрома? Аэропорт... Не, ну это аэропорты. А... Ну вот же ангар. А, он сразу построил. Блин, все время забываю эту способность Вавилона, блин. Да, это, конечно, классная штука. Ангар просто еще производство дает. И еще экспу будет давать самолетам. Видите, плюс 2 производства и плюс 25. И еще и одна ячейка. То есть сразу три плана я смогу прямо в Рапикуме построить. Но мне на самом деле я бы где-нибудь еще построил. Так. Все очень круто, кстати. Все мне очень тут нравится. Развлекательный комплекс, ну, наверное, пока обойдемся. Военный лагерь тоже пока нет. Наблюдательный воздушный шар. А нафига мне с самолетами, да, он? Так, эти... Ну, мне очевидно, что надо будет, забрав Аксум, надо будет... Самолетами просто Корею сносить нафиг. Нужен ли мне банк? Да, наверное, давайте банк построим. Здесь мы построим рабочего, который тут уберет, да, и тут я поставлю аэродром.
Слушай, ну давайте уже в Мексика, в Мехико 3. Сейчас у меня... О, Синдбад. Во-первых, посмотрим, что он, как всегда, недоступен и погиб. А еще какой-то Сунь-Укун. А, это, наверное, прямо сейчас они оба добавились. Сколько вообще героев тогда будет? Знаете, такое ощущение, что реально каждой цивилизации по герою. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Синдбад. Ну, или по количеству... То есть, эта же карта как бы считается огромной на 12 цивилизаций. А я 20 поставил. Сейчас, посмотрим, если больше не будет появляться, то чисто по размеру карты. Синдбад получает 250 золота при открытии нового континента или чуда природы. Может перемещаться по клеткам океана. Ну, такое. Цель раскинет или лагерь. Цель уничтожает или теряет 50 очков здоровья. Мгновенно получает 300 золота. Ну, наверное, только на стандартной скорости. Ладно, а Сунь-Укун, враг не видит Сунь-Укуна, пока они не окажутся на соседних клетках. Срок жизни Сунь-Укуна значительно увеличен. Да, 40. Все равно погиб. И никто не восстанавливает. При перемещении не получает штраф. Ну, короче, это такой супер скаут, считайте, да? Только сильный. Окей. Равнина-холмы. Ну, я бы лучше, конечно, камень обработал. Ладно, пойдем сюда фермы ставить. Города уже выросли. Отличненько, мне это нравится. Я, кстати, еще могу войну Золотого века сейчас взять в героическом. Ну, наверное, на Америку не буду брать, а вот на... Ну, че, я его возьму. Если у нас сейчас раньше начнется, закончится дружба, я, конечно, не буду ждать героического века. Для того, чтобы Аксум захватить. Не, Аксум точно не должен отваливаться. Тут на него... Кто-то на него влияет вообще. Новый Орлеан, если только. О, зашибись. Вот мы и прокачиваем шпиончиков. О. Ну ладно, вербовку пройдем. Ну, мне, конечно, стырить техи хотелось бы взять. Да блин, ну дайте проплыть. Когда уже дружба закончится, я не понимаю. Блин, 400 с первого корейца, конечно, это круто. Так, тут тоже тырим деньги. Чеченица, Мехико объявила Симону Боливару, Гильгамеш. И че, короче, там с Симоном Боливаром, походу, все воюют. Что-то как-то у меня рыцарь медленно лечится. А, что я, да, естественно, с Газгаргаму заключу мир. И спокойно поплыву тут мимо него. Так, ну следующим ходом мы будем апать катапульты. Плюс к этому я открою осадную тактику, получается, так? И смогу строить форты. Благодаря фортам я открою баллистику и апну, собственно, пушки. Так? Так. Отлично. Цель видна. И мы к ней стремимся.
Может мне... Слушайте, может мне кавалерии сразу и оббежать, собственно? Видите, тут речка просто. А я как раз буду атаковать с другой стороны. Чё тут ждать? У моря погоды. Так, ну это нет, это не пробежит нормально. Канцелярия. Ну, сейчас тут тоже должно быть. Ну, 74. Не так много, как хотелось бы. Серьезно, Монсель-Мишель можно строить? Я думал, без священного места Монсель-Мишель не построить. Так, тут я пока аэродром не хочу. Кампус, военный лагерь. Вообще, я тут построю. Потом я хочу два форта сначала сделать. Потом на месте одного из них я аэродром сделаю. Мне нужны аэродромы. Ну, давайте, наверное, тогда строители еще. Я думаю, что кавалерии мне тоже хватит. Банк, развлекай. Ну. О, мне надо этот камень обработать. Ну, давайте еще одного строителя, ладно. Не будем ни в чем себе отказывать. Тем более у меня куча городов не обработана еще строителями. Не, чувак. С тобой я ничем торговать не буду. Как бы еще с тобой дружить прекратить? Не получается. Все. Манит. You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. Нет, ничего не буду менять. Куда упал дождь? Далеко. Так, количество торговых путей. Откуда у меня что бегает? Из Вавилона есть, из Эшнуны есть, из Рапикума есть, из Каркара, из Эшнуны даже две бегает. Ну, давайте, может, из Вавилона... Так, мы тут должны поставить скидку. Скидка в стоимости ресурсов и скидка в стоимости золота. Так. Есть осадная тактика. Начинаем ставить форты. Так, тут вот этих ребят тоже можно апнуть, я думаю, до мушкетеров, пока селитра есть. А что мне еще нужна селитра будет, подумайте. Мне кажется, по-моему, и ни на что. Поэтому можно этих ребят до мушкетеров апгрейдить. Этого, этого. Тем более мне три мушкетера надо. Кстати. Оба. Вот и пехотинцы. Вот и ферма улучшается. До... Ну, у меня ферм, правда, мало. Вот пастбище плюс производство. Это круто. Ну, я вам хочу сказать, что пока это все выглядит как трындец, конечно, за Вавилон. То есть, грубо говоря, я вначале выжил, а потом просто всем хана вокруг. Это какой-то армагеддец. Пока банк построим. Кстати, как у нас потребление угля? Нормально. Тем более, что у нас там еще один ресурс угля есть для обработки. А, тут не проплыть. Ладно, поплыли. Тогда у эфиопа куролесить. Так, передадим. А, это уже и так у Эшнуны. Тогда вырубаем и строим аэродром.
Какой ужас, конечно. Какой ужас должен быть в глазах американцев, глядящих на эти все приготовления. Не. Пожалуй, к вулкану не хочу подходить. А, давайте тырить уже. Так, нарезные стволы. Подождите, нарезные стволы — это шахта селитровая. Ну... По идее, я и так ее... Но я, конечно, буду сначала не селитровую шахту, а нефть обрабатывать. Давайте тырить. Давайте тырить. Строители. Археологический. Рынок. Так, я, по-моему... Нет, давайте здесь тогда с торговца. Что у нас по великим людям? Ну, компьютеры... Хотя я хотел сказать фигня, но, по-моему, все-таки фигня. Ну да, ну фига мне открывать компьютеры. Я не на побережье, мне плотина не нужна. Беспилотники, там я сейчас с самолетами буду всех нагибать. О, там Эфиопия с кривою. Ущерб предотвращен, отлично. Вот. А так бы мне залило все мои районы. А давайте мы скажем, что идем мимо, а потом объявим войну. Фиг ли, нафига мне, чтобы он меня атаковал? Все, закончилось. Слушайте, или не закончилась дружба? Не, закончилась, судя по всему. Фу. О, геотермальная электростанция. Два аэропорта. Офигеть. Офигеть просто. Ксум опять отваливается, но мы его так захватим. Тут явно ему... Ну, хотя минус 10. Блин, сидеть ждать, мне нефть нужна. Давайте я даже сейчас не пойду вот к этому. Даже не пойду уголь обрабатывать. Блин, 37. Так, слушайте, я его, наверное, так заберу сейчас. Ага. Зашибись. Вот это Аксум, так Аксум. Да, только у меня тут... Минус 9,7. Ну, наверное, имеет смысл то Виктора пересадить. Или нет? Кто у нас вот тут? Вообще, мог бы, конечно, взять. Ну да, Виктор у нас в Тутуле, да, Виктора. Минус 1. Монумент ремонтируем. Ну и срочно нефть обрабатывать. Следующим ходом я уже смогу... Нет, даже не следующим, через ход. Через ход пойдут... Самолеты. Так, тут ждем убирания болота. А, точно Эфиопия, Аксум город, кстати. Не знаю, то есть как это вообще Эфиоп? То есть он вот так шел, чтобы сюда город поставить. Почему он хотел сюда город поставить? Рядом с чудом, потому что? Что-то непонятное какое-то желание. Ну и нафига мне эти бомбарды теперь? Блин, одного выстрела бомбарды по-хорошему хватило и 4 кавалериста. Да. Я даже теперь не знаю, куда... Они мне против, например... Ну ладно, поведу корейцу, чтобы, например, защищаться. Ну по-хорошему они мне даже около Кореи уже не нужны. Чисто, чтобы треугольничек сделать.
Красота. Так. Вышнуну раньше бегал. Отсюда никуда не посадим. Ну, в Адис-Абебу поехали опять. Так, давайте с Элеонорой объявим дружбу и посольство. Союз со всеми истек. Культурный. С Китаем какой был? Знаете, наверное, экономический с Китаем. Так. Посольство я сюда уже посылал. Ускорено, торговые посты сделаны, чудо с этой Софией, предотвратили паводок, быстрое развертывание, естественная история ускорены. Нужна ли мне торговая республика? Мне нравятся больше сейчас военные карточки. Чудес света. Просвещение надо ли мне? Зачем просвещать своих жителей, правильно? Вообще, я бы в естественную историю пошел. Вот прям так. Каркар утрачивает лояльность. Ничего себе. 9,6. Как же он утрачивает? Чего? С чего бы он утрачивал вообще там лояльность? Чё-то обманывают нас. Так, из Рапикума. Ну, кстати, в Сиань больше бабла дают. Да, продолжим Сиань тогда. Обработано. О, пряности. Ну-ка, пошли пряности. Почему-то не обработаны были. Так, фабрика. Угольная, плюс 8. Угольная. Археологически готово, но археологов у нас пока нет. И, в принципе, мне бы что-нибудь... На один ход можно построить. Вертолет. Кстати, могу вертолет уже построить. 82. Да я что, зачем мне строить? Да я могу кавалерию. А, господи, так смотрите. Смотрите, то, что получается. Вы выходите в авиацию. То есть, если каким-то образом свезло раньше времени, вот как у меня только что, ну, в прошлой серии, да, что инженер открывает алюминий, то в авиацию вообще не проблема выйти без всякого этого алюминия, потому что... Я забыл, что там ее ускоряет. Чудо света. То есть вы раньше всех выходите в индустриализацию, строите рурку, соответственно, вы ускоряете авиацию. Двумя аэродромами вы ускоряете синтетические материалы. Кавалерия есть. То есть у вас уже вертолеты могут быть. Это вообще... Просто, ну, тут все упирается только в ресурсы. Для Вавилона все упирается только в ресурсы. Я вам говорю, я эту игру победю без единого кампуса. Просто... То есть победить... Ну, просто ради интереса. Я вам вот, просто вот... Ради принципа не буду даже уже строить. Я даже вижу, что тут этого можно не делать. Не знаю, строить мне вертолет? Нет, сколько вот стоит апгрейд кавалерии в вертолет? Это у меня карточки стоят, да? Но я буду тратить алюминий. У меня два входа. Мне надо алюминий на самолеты, конечно. То есть мне нету смысла. Давайте не будем вертолетами тут заниматься. Что-то один ход мне бы построить. Ну, очевидно, все-таки строителей, ладно. Еще один строитель, потом буду откладывать просто производство. Так, здесь нам ангар. Ну, я начну строить, но я переключу, как только нефть будет обработана, чтобы быстрее этот
три триплана построить. Боже, тут битвы магов происходят. Я Америке обещал отвести войска, сорян. Просто, знаете, вот как в нашей жизни Америка находит под разными городами нефть, так я под городом Америки нашел нефть, и она мне понадобилась. Все прям как в жизни, слушайте. Плюс один к перемещению от всех торговых путей, селитр и уголь дополнительно, рейдер. Ну, ничего нет, вот мне только тропические леса строить, лесопилку, а так пока все оставлю как есть. Так, вот это мне важно. Обрабатываем нефть. Рыбацкое судно, буровая... Ну, вот это мне тоже нифига ничего не надо. Спецназ, конечно, могу апнуть. Давайте, может, апнем... Кстати, скаутов спецназ. Так. Экономику открыл. Это два банка, очевидно, я построил, да? Теперь могу биржу и Биг Бен. А также открыл пластмассы. Ну, пластмасса фигня. Блин, да нет, ну нет. 89%. Ну, что у Фераксис с процентами? Вот расскажите мне. Никогда эта фигня не работает. Не могу обещать, что прекращу шпионить. Я тебе больше скажу. Я, скорее всего, на тебя нападу. И ты умрешь. Потому что ты вряд ли... Ну да, вот тут она. Как вам вообще вот эта картина? Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Через две эпохи. Через две просто. Я, правда, конечно, не могу то использовать. Но это мрак. Ну, еще и по количеству тех, как бы. Да. 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 Крупнейший город в наших границах. Баллистика открыта. Сейчас полевые пушки построим. Не построим, все сляпнем. Так, арбалетов у нас, по-моему, два так и было. Я там потерял. Да. Ну, мне две пушки надо для ускорения. Что там? Выжженной земли. Ой, может, мне Мехико засоюзить? Ну, а что, пускай территорию засвечу, заодно и вон буду с этим воевать. Ну, у нас тут, видите, оказывается, можно с тыла ударить. Вообще, с другой стороны, мне надо кавалерию к... перебрасывать корейцу. Так. Биплан. Аэродром. Куда лучше, интересно. Давайте вот сюда. А сюда можно будет потом развлекательный комплекс. Он будет соседствовать типа с этими. Так. Здесь тоже триплан. Точнее, биплан. Пойдем геотермалочку обработаем. Главное, чтобы мне эту нефть... А, и тут у меня сразу нефть, я забыл. Да, тут же два ресурса нефти, кстати. То есть плюс 6.
То есть я могу еще вот этого парня в пехотинцев, кстати. Кайф. А пехотинцы... Там, по-моему, что-то надо... Сколько-то пехотинцев тоже где-то есть. Какое-то такое задание нет? Не было? Танки. Это танки были. Кстати, а танки я не открыл. Это мне артефакт нужно. А в танк я смогу апнуть вот этого парня, например. А арта где? Тоже в танках? Стали варенье, по сути. Ну вот, видите, вот это я никак не могу ускорить. Это мне надо воровать. Каким-то образом. Знаете, наверное, все-таки вернуться этого рыцаря. Хочу его апнуть в танчик. А там посмотрим. Торговец. Амбар, наверное, пока не нужен. Промышленная зона. Ну тут типа плюс 2, потому что алюминий, но на самом деле здесь будет круче. Давайте, наверное, акведук пока. Жалко, конечно, шпиона второго убило. О, этот, по идее, должен сейчас похитить ускорение на резные стволы. Хотя я как раз этим ходом... Предпочитаю равниться... Как они это определяют? Мне тут как раз... О, Майя. Вот Майя, думаю, уже с другого континента. О, Дидона. А что это я всех встречаю? Видишь, что я прямо сейчас всех встречу? Нет, троих только. Интересно, почему я их встретил. Воу-воу-воу. Фига ты. Пытался мою кавалерию убить. Так, я вот этого запомнил, парня. Героический век. До свидания. Меня раздражает такой, до свидания. What gunpowder did for war? The printing press. Героический. У Дидона героический. Ну, отлично. Так. Во-первых, к оружию это стопудово. Дальше. Пульс паровой машины. Стоит ли брать? У меня вообще нету кампуса. Я думаю, нет. Давайте реформу денежного обращения. А хотя здесь живут драконы, зачем мне? Плюс 2 единицы лояльности. Ну... Ну давайте, ладно. Тогда пульс паровой машины. Тут типа бонус к производству света. Прям чудес света. Просто это вообще никак не будет работать. Да ладно, и этого тоже убьют. Да блин, ну вот, да, ну шпионами, конечно, тут не очень получается. Шпионами тут получается не очень. Так. Кавалерия моя готова к атаке на города Кореи. Фес нафиг нужен. Кахокия. Ну, могу, кстати, в Кахокию просто два посла отправить, чисто чтобы она мне войну не объявила. Ну, перекупим у Сандок. Драконью квест. Реактивный бомбардировщик. Изи. Изи будет для тебя. Обязательная оптимизация вдохновения. Что за обязательная оптимизация? Не помню такого.
Где-то вот, не знаю, прям далеко нет. Колонизация, национализм. А где обязательно? Это вообще реально где-то далеко, походу. Во, ни хрена себе, робототехнику открыть. Фига у тебя задачки. Так. Давайте амбар. Я не знаю, может мир заключить с Америкой, но она, правда, сейчас не может, не захочет. Не убьют ли мне арбалеты это? Мне кажется, убьют. Зря я, наверное, атаковал. Денежки как-то закончились внезапно. Да, я, наверное, заключу мир с Америкой. Ну а что, вот смотрите, какой у нее. Ну, конечно, по сравнению со мной, вот эта территория просто грустняшка. Вот представьте, еще, знаете, в сетевой игре еще Вавилон в такой территории появляется, а Америка, наверное, в такой, да, и Криф такой, и Зулус еще в таком говне. И как вот играть против Вавилона вообще? Просто как играть? Так, плюс 6. Ну, пора дамбу, я думаю, здесь ставить. Так, что мы дальше открываем? Уничтожьте врага при помощи мушкетера. Вот. Ну, короче, вот так надо идти. Тут вот эти все техи я никак... Вот уничтожьте врага при помощи мушкетера, это я еще могу попробовать как-то. Хотя я... Ну, вот у меня мушкетер, попробуем что-нибудь тут у корейца уничтожить. Геотермалочка. Агент погибает. Что обидно. Так, новые задания. Новые встречи. Ага, да, я хотел тут апнуть. До стрелков разве... Подожди, а я разве не открыл этих? Ну, вот спецназ, это разве не следующая разведка? Или это еще... А! Нужен рейнджер. Вот как раз следующим ходом ускорю. Я реально до спецназа смогу апнуть этого чувачка. Опять она меня осуждает. Ну, это, кстати, здорово. Я смогу спокойно и войну Золотого века объявить. Только у меня будут алюминиевые самолеты. Хотела, чтобы вы дали обещание, а я не дал. Какая вам нефть? Слушайте, зачем тебе нефть? Ты же даже не вышла туда. О, смотрите, как Византия. Так это Византия на первом месте по науке внезапно. А почему? Да, убили все-таки эту кавалерию. Ну, зря я туда влез. Удваивает очки великих инженеров, я думаю, мне выгодно. Торговые пути проложены к этому игроку. Ну, давайте к Эфиопу проголосую. Так, в принципе, я не думаю, что что-то либо из этого пройдет, опять же. Не начисляются очки великого флотоводца. Аллилуйя, мне вообще не надо. И проложены ко мне? Или это к другому хам... Не, ко мне. Отлично, дополнительный. А вот и первый самолетик.
кстати, я хотел проверить мою теорию, что там захватили на том континенте второго... Рио-де-Жанейро, это бразильский город. А я знаю вообще другие города Вавилона, кроме Вавилона. Не, ну это все типично финикийские. Ну, Рио-де-Жанейро. Судя по всему, Бразилию уничтожили, а не Эфиопию, а не Вавилон. Потому что Рио-де-Жанейро, это, по-моему, столица, да, Бразилии в этой игре? Или Сан-Паулу, что-то я не помню. Так, у меня есть лишняя пряность. Кто хочет поторговать? А, еще и янтарь лишний. Так, вот... Подождите, мед у меня почему-то есть. Откуда у меня мед, интересно? Вот есть серебро. Но я бы с кем-нибудь с другого континента. Вот алмазы и шелку Финикии, например. Алмазы и шелк на... А, понял. Ну, слушай, она готова принять сделку. Может, ты мне еще и меха дашь? Отлично. Может, и жемчуг? А что такое? А что происходит? Почему она за один ресурс дает 4? Ну, кто я такой, чтобы отказываться? That's weird. Так. Третий биплан мы будем тут тоже делать. Что тут быстрее всего? Здесь... А, хотя тут тоже два хода. Ну, тут я лучше ангарчик построю. Так, тут надо доускорять вот это дело. Нарезные стволы. И благодаря этому... То есть мы не можем апнуться сразу в спецназ, так как у нас не открыты рейнджеры. Но теперь мы можем апнуться прямо в спецназ, потому что у нас все промежуточные ребята открыты, и вот оно 185. Зашибись. Блин, может уже объявлять войну Корее? И начинать потихоньку. Я, правда, этим ходом не могу пока его использовать. 92. Это благодаря канцелярии, по идее. Класс? По-моему, класс. Дания. Зачем ему право прохода, если он даже добраться до меня не может? В столице Колумбия появилось посольство Эфиопии. Угу. Вообще не возражаю. Так, ну этого инженера мы пропустим. О. А вот это можно взять. Какой там следующий? Блин. Хотя мне уже чудеса не нужны, я думаю. Так, этого мы вот в эту производственную площадь отправим. Блин, передать.
Да, Гильгамеш, в этом нет ничего хорошего. И нет ничего хорошего в том, что ты ко мне приперся своими колясками через полкарты. И в тебе вообще нет ничего хорошего, качок бородатый. Так он убить меня хотел, в смысле я гостеприимный. Ты просто не видела этого? Конечно, у меня сейчас самолеты, а он как был качком бородатым с колясками, так и остался. Кстати, где он? Давайте вот посмотрим. Вот тут. Я не понимаю, почему Византия так валит по науке. Вот это меня удивило. Ну, я, кстати, я уже первый по техам. Хотя Византия не так уж и валит. Ну, вообще, 197, 191, да? Так, на минуту. Даже у Сандок меньше. Ну, а тут все умрут, я думаю. У меня такое ощущение, что все умрут. Первая, конечно, Сандок. Она первым не объявила войну, если помните. Так, тут у нас нету холмов. Вау, в Чунджу 23. А, ну это я взял этот, да. Это я знаю, почему. А чё в Китае так мало? Вроде ж экономический союз как-никак. Ладно, тогда в Адую. Второй биплан. Или его перебросить лучше в Вавилонский аэропорт. И оттуда уже задействовать. Наверное, давайте, наверное, немножко... А что с чудесами? Я какие-нибудь чудеса могу построить? Монсен Миш... Великий Зимбабве. Кстати, Великий Зимбабве неплохое чудо. Его не часто могут построить. Компьютер, кстати, почему-то не особо соображает в его строительстве. Потому что он только рядом со скотом там как-то, знаете, такое... Он такой, что-то сложное, и не строит его. Так, стоп. Промышленная зона. Лечим. Стоп, я уже могу его в танчик апнуть? А, это кирасиры. Нет, кирасиры не будем. Да иди вы, чё вы ко мне пристали с этой селитрой? Конечно, больше ваш... Ты даже не знаешь, что такое ВВС. Блин, ты сейчас страдать будешь. Прекратить себя, да. А где? А вот где, интересно, по его мнению, должен был еще селиться рядом? Вот тут, что ли? Где еще мог селиться? И... Здравствуйте, современная авиация. Давайте глянем, сколько будет апнуть биплан быстрее. 45, господи. И этого апнем, и этого апнем. И начнем бомбардировщики строить еще. Правда, у меня алюминия мало накапало. Так надо вообще будет глянуть, где у нас алюминий. Но мне, по идее, и этих должно хватить. Так, бомбардировщик. 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 Мне еще карточку можно как раз на алюминии. По-моему, она в охране природы, да. И давайте глянем, где у нас вообще еще алюминий. Мне бы его захватить. Так, в Каркаре это я обработал. Далеко. Чарльстон на алюминий. А, я хотел Булавайя.
Ну, может, после Кореи. Я думаю, что мне 6 вход, когда у меня копится... Я думаю, мне должно хватить, чтобы с этим разобраться. Ну, на этом я серию закончу. Продолжение завтра. Спонсоры могут прямо сейчас во вкладке сообщества посмотреть. Конечно, веселуха полная. Это вот... вот это что-то нереальное. Еще раз повторю, меня удивляет такое... такая научная хрень от Византии. И, кстати, вот тут еще какой-то неизвестный игрок. Может быть, все-таки это второй Хаммурапи? Я что-то думаю, может, это... может, там вынесли Бразилию? Но в любом случае, продолжение завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!